Mimi. Завод КамАЗов. Грузовой автомобиль. КамАЗ производит КамАЗ. Его производит НДК КамАЗ. Я тоже не знаю. Есть разные виды КамАЗов. Легковой грузовичок, грузовой КамАЗ. У КамАЗа есть специальная спина, чтобы тащить груз. И ее можно поднять немного, чтобы сбросить потом груз. Кроме грузового, бывают гоночные КамАЗы. Ездят по пустыне, которые перевозят грузы, молоко. КамАЗы бывают разных цветов. Настоящие КамАЗы бывают синими. Я знаю, что там завод делают КамАЗ. Она находится в России, в Набережных Челнах. На нем работает наша бабуля. КамАЗ – это завод. КамАЗ, где делают автобусы. Что он огромный. У нас многие люди нашего города работают на этом заводе. У меня бабушка работает, она там, сейчас скажу, она там красит КамАЗы. Мои бабушка и дедушка тоже переехали сюда и познакомились здесь. Именно поэтому они встретились, появились мои родители, а позже и я. Благодаря КамАЗу, благодаря тому, что он сближал людей со всей нашей страны. СССР нужны были грузовые автомобили и место для строительство этих автомобилей они нашли в городе Набережные Челны. В 1976 году, 16 февраля, КамАЗ выпустил свой первый автомобиль. Это был КамАЗ номер 5320.